Здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Димон. Как вам сегодняшняя тренировка? Если про то, что идет на льду, то получается, сегодня проходит тренировочка у нас очередная. Ребят катают, готовимся. 9-го у нас игра. С 16-го игры начинаются. Ребята вот готовятся, сегодня полтора часа катают. Я даже сам употел. Ребята вас слушаются? Ну, когда как, все взрослые, как бы... Ну, вроде бы как с дисциплиной проблем нет. Ладно. Что вы делаете, когда нету льда? Играете на траве? Когда нету льда? Ну, наверное, кто чем занимается. Я езжу на рыбалку в основном, отдыхаю, стараясь не грузиться, потому что есть уже травмы, с которыми я уже даже играть полноценно не могу. А у ребят, я не знаю, кто чем, кто на велике, кто что, кто отдыхает, кто что-то еще. Но у нас льда-то нету, 2 месяца максимум, полтора. В принципе, круглый год почти лег. Вот так. Сколько заявлен команд? В этом сезоне 4 команды. Решение было принято сделать много хоккея, то есть плотненько. У каждой команды где-то, раз в неделю игра примерно. Плотность такая. Не менее чем раз в неделю игра на протяжении 7 месяцев с половиной. Хотелось бы больше, чтобы было команд играть. Да, конечно, безусловно. Если будет команд больше, то надо будет еще брать лед. Договоренности определенные уже есть. В принципе, для этого все и делается, чтобы сделать здравый турнир, чтобы играло много команд, чтобы объединить все. У нас, получается, по возрасту нет ограничений по дивизионам, у нас ограничения по уровню мастерства. Вот так. Со скольки лет можно к вам попасть? Ну, начнем с того, что любого уровня игроки могут у нас участвовать. В принципе, мы взрослых тренируем с 18, но все зависит от габаритов. Есть 12-летние игроки, которые под 1,80 м ростом. Тут все зависит от габаритов. Так, официально на тренировке с 16 лет у нас, на турнире с 16 лет. Где можно с вами будет связаться? А у нас есть группы ВКонтакте, Деспорт группа, это тренировочные процессы, Ледяная хоккейная лига, телефоны все есть, в принципе, стараемся сейчас как раз вот уже развиваться в плане того, чтобы нас знали, можно было узнать информацию. А так набирайте просто хоккей Сыктывкар, экипировка Сыктывкар, и вы в любом случае попадете на одну из двух сил. Либо Ледяная хоккейная лига, по-английски Ice Hockey лига, тоже попадете на нас. Насчет женского хоккея, думаете? Да мы только положительно. В прошлом году девочки играли у нас, в этом году они там решили там своими лопатами что-то копать. Но вопросов нет, мы ни от чего не открещиваемся. Если кто-то попросит нас помочь, не вопрос, мы готовы. Все, спасибо. До свидания, до новых встреч. Приходите к нам на тренировку.